Чтобы вывести человека из равновесия, к нему нужно прилагать как минимум три силы. Смотрите, вот я прилагаю к человеку одну силу, он меня держит, я начинаю его тащить. Он спокойно с этим справляется. Я прилагаю к человеку одну силу, вторую силу. Он с этим справляется, но уже с трудом. И, наконец, я прилагаю одну силу, вторую силу и третью силу, и человек не может уже справиться с этими тремя возмущениями и теряет свое равновесие. В данном случае, когда мы выводили человека из равновесия, были применены три силы. Это сдвиг, это кручение и изгиб, которые вот здесь показаны на рисунке очень хорошо.